Всем здравствуйте, пригнали Ниву, не заводится, Нива старая, вот попереду, не знаю, есть отлич, нет, прислабнут она, инжекторный мотор, а старый навод, палево, фары и хлопушка такая маленькая на ней, в общем, сейчас смотрим, что не так с ней, подключил. Будем проверять. Подключилась. М73 евро 3 даже. Нет ошибок. Интересно. Они запускаются. О, число ошибок видеть 10. А здесь нет ошибок. Это как? Это как? 73 евро 3. Ой, посмотри, какие не мозги, что глючит, что ли, что? Так, на сканере проверил. Обороты видит. Не буду 10 раз все показывать. Мне напрягает число ошибок, конечно. Что тут показывает. По паспорту. Подключается мозги евро 3, а по паспорту евро 0. То есть, скорее всего, она сшитая. Но ничего тут криминально по переменам не вижу. Крутит. Тут не пойми, что-то вроде пытается чихать. Почему, например, либо сейчас топлива реально не нету. Либо что-нибудь еще. Ну, крутит как-то хрен пойми. Ладно, сейчас будем тупо все проверять. Так, в общем и в целом. Померил компрессии? Нет компрессии. Ну, по крайней мере, в первом, во втором там 3 еле набил. Начал проверять метки. Низ. Вон точечка там стоит. Не знаю, видно. В общем, должна быть точка. Есть. В любом случае, для проверки. Вот. Поршень вверху. То есть в МТ выставлено. Будет видно, нет? На камеру. Стоит наверху. Ну, верьте на слово. В общем, поршень стоит наверху. МТ есть. А метки распредвала нету. Так, как показать? Вот. Вон одна какая-то насечка, другая. И, в общем, между. И цепь как-то... Непонятно. Задняя часть сейчас шевелится. Здесь-то вроде поджало. В общем, метки убежали. И все. Не помню. Вроде на них не гнет. То есть надо просто сейчас разобрать, перекинуть, поставить на новую цепь, потому что хозяин сам хочет, чтобы была новая цепь уже. Вроде как давно просилась, но что-то дождался, как говорится. Ну, что ж, сделаем. Нива в процессе, уже разбираем. Новые шестерни, как говорится там. Нива здорового человека, и точнее шестеренка Нивы, коленвал. И шестеренка нашей, курильщика. Зубья съедены. Хлам. Вот так вот. А в процессе у нас тут переднюю крышку разбираем, цепь скидываем и так далее. Может, сейчас подкидывали цепь, начали там в хлам все, но компрессия появилась. То есть сейчас меняем уже на нормальную цепь, не растянутую, и дальше поедет. Вот так вот цепь провисла. Тут, конечно, тяжело показать, потому что вся убегает. Но, тем не менее, новый чуть получше, но тоже имеют люфты и так далее. По длине чуть-чуть короче. Ну, тут из-за шестерни. Все шестерни выработаны. Все надо менять. В красном комплекте все есть. Очень, как всегда, наши запчасти. Так. Нива. В процессе сборки. Новая цепь. Шестеренка. Соответственно, все нижнее и так далее тоже на месте. И в частюльке, которую уже скинули. Тут еще подставить и так далее. Нива собрана. Запускай. Все работает. Огонь.